Казахстану вместе со странами Центральной Азии нужно выстроить эффективную политику по управлению водными ресурсами. Это позволит, по словам экспертов, решить общую проблему нехватки воды. Шангыс Кужахметов говорит, что пока несовершенство системы планирования и контроля за водными объектами мешают полностью избавиться от дефицита. Этот год был самый засушливый год вообще во всем мире. Везде были очень большие проблемы с водными ресурсами. И в Казахстане также было заметно, что очень большая нехватка водных ресурсов. Так как у нас все реки Казахстана, в основном процентаже они являются трансграничными, транснациональными реками. Основная часть потоков водных ресурсов у нас извне приходит. В связи с этим мы должны максимально, вот президент в своем послании указал, максимально бережно и экономно относиться к каждой капле воды.